время проходит в заботах. Снова праздник сегодня настал, и пришли мы, закончив работу, в этот светлый, приветливый зал. Говорят, что делу время, говорят, потехи час. Коллектив у нас веселый, никому не даст скучать. Только утром Зорька занимается, на работу весело зовет. Очень бодрый день наш начинается, так он каждый день из года в год. Скатертью, скатертью, да не пустится, сколько саду дано и души лет. Каждому, каждому сталым домом родным лучше призвание в целом мире нет. Жаль, но кадры такие нам не подходят. Там кто-то еще?
скорее заходят. Воспитателем буду прекрасным, дисциплине я всех научу. Встали, сели, упали, отжались, отдавать буду честь по щелчку. Да, конечно, режим очень нужен нам, дисциплина нам также важна. Но с детишками надо помягче вам, в саду армия нам не нужна. Нежности ваши нам не нужны, воспитание, поверьте, уж очень важны. Строгий порядок, режим, дисциплина, чтоб даже из девочки вырос мужчина. Да, вот это кандидат. Группу превратит в отряд. На казарменный режим не спешим мы перейти. Хоть мужчины нам очень нужны, но профстандарты нам крайне важны. Ах, мне все привиделось в мечтах. Мужчины-педагоги в детский сад. Таких бы видеть каждый рад. Но к нам лишь только женщины приходят. Свое призвание в работе здесь находят. Мужчин с детьми работать мы зовем. Пусть принесут педагогический диплом. Они плечом поддержат крепким нас. Работать с мужчинами было бы класс. Собой разбавят женский коллектив. Добавят нам в работу позитив. Поздравления от души звучат не зря. Желаем творческих побед, жить без хлопот и лишних бед, грузиться с радостью и быть всегда в строю. И в 25 и 60 душой воспитывать ребят, и как и прежде им дарить любовь свою. Thank you.